выскочили на двойку автобан. Осталось полчаса. Видите, до Варшавы еще 105 километров. А я планировал паузу делать перед Варшавой. Километров за 20-30. То есть вот, ну, час времени потерянный на этом объезде. Поэтому сейчас мы здесь завернем. Сейчас время 11, 350 километров до границы. Пауза 12, у нас на все про все 6 часов. По идее, должны заехать, но еще с учетом того, у нас кое-какие дела. Ладно, там посмотрим, может, мы в Белостоке станем. Об этом пока думать не будем. Сейчас закрентим на стоянку. Зальем AdBlue. AdBlue осталось 13%. Линем пару канистр. Сходим. Супчика похлебаем. И попрем дальше. Что у нас тут? Шелка. Немножко, да, подпортил этот объезд нам все планы. Просто можем не успеть. Надо, ну, естественно, в Ашане, в Белосток надо. Еще на Литовскую надо заехать. Тут вот заказов. На бетонку ж не поехали. Надо то посмотреть. Там фонари, там еще тут парни по России работает, тут на заказывали. Надо все это будет глянуть. И, возможно, у нас не будет слишком много времени. Где мы тут приткнемся? Паркинг для автобусов. Да ладно, что мы на паркинг на автобусов полезем? Ага. Есть тут какая-нибудь дырочка для нас? Что тут и нет, и негде стать? Ничего себе. А вон в самом конце, по-моему, только. Тоже нету. Ого. Вот тебе и на. Маленькие сзади. Ну, сейчас, значит, куда-нибудь. Что куда-нибудь? Куда-нибудь надо сломаться. Сюда направо можно сломаться. Тут в эти в дырки. Ну, вот так вот. Нежненько, аккуратненько сюда затолкал. Сейчас AdBlue-шку зальем. Вот что надо будет мне тоже посмотреть. Там, где буду парням заезжать, это лейку. Моя уже вся в дырочках. Сейчас здесь натечет немножко. Но это AdBlue, это не страшно, но все равно это некрасиво. Вот такую вот надо будет глянуть для AdBlue. Там. Так, хорош топтаться. Все, заливаем. Пошли обедать. Наш скромненький обед. Люблю журек, не знаю почему. Я в Польше только журек ем. Здесь из Лотых. Вот это вот журек с булкой. Здесь с полой. Уже плотно покушаем потом. Приятного аппетита.
что-то так этой гадости захотелось после журика. Смотрю. 1:5:49. А если 2 берешь, то 7:49. Там акция какая-то. Короче, 2 взял. На крышке написано, да? 500 наград под закрытками. Ну, под крышками. Опа. Сейчас. Открываем, смотрим. Здесь написано. Шукай далее. Второй халявы не прокатило. Ну и тут не халява, просто со скидкой подешевле взял. Так. Сейчас Варшаву пройдем, посмотрим, как мы там уложимся. Возможно, будем наши планы сегодня корректировать. Возможно, мы сегодня до границы не поедем. Посмотрим. Посмотрим, как проедем Варшаву, и тогда уже будем ориентироваться, что у нас будет по времени. На встречке на Польшу. Ой, на Познань. Тоже видите там. А полоса перекрыта, они нифига не делают там, ремонтники. А колейку собрали. Ну, сегодня пятница, движняк. Ну, сейчас вот по рации сказали, что вроде как в Варшаве уплотнение есть, но ни аварий, ничего пока нет. Ну, еще до Варшавы, считайте, 1.5 часа. А, ну, тут еще не так страшно. Тут сколько? Тут километр, может, 1.5. Это фигня тогда. Это еще ерунда. Ну, дай бог, что там ничего не случилось. Через Варшаву эту более-менее спокойно пройти. И вот только с одного выехали. Ну, встречный. Вот только закончилось. И сразу же, вот, смотрите, тут уже что-то серьезное. Тут ДТП. Пожарные. Все дела, полиция. Здесь. Не вижу, там у дебилов фотосессия. Всем дебилам надо покласться. Это да. Фотосессия, да. Всем надо посмотреть, согласен. И все. Вот сейчас тут, наверное, колейка будет посерьезней. С одного сейчас, пацаны, вы едете. Сразу же в следующее воткнетесь. Ай-яй-яй. Конец виден или не очень? Похоже, что не очень. Терпение, терпением, еще раз терпением. Ну, хотя, в общем-то, вон уже конец. Нет, это поворот. Не показалось. Просто автобан поворачивает, показал, что все. Сейчас за поворотом глянем. Хорошая, да. Уже 3 километра. И конца, и края не видать. Мы в Варшаве, друзья.
Так что подготавливайте срочно водичку, кремы, несите все к экранам. Скоро занырнем в коллайдер, все это дело зарядим, как говорил мистер Кашпировский. Нет, чумак. Чумак же все заряжал там. Так заряжал, что потом разрядить не могли. Так что мы сейчас тоже пройдем через коллайдер заряженных частиц. Все, вот и знак Варшава. Здрасте, столица Польши. Коллайдер чуть дальше. Здесь, конечно, эта штука, этот автобан, который сейчас сделали через нее, о, изумительная вещь. Вспомнишь раньше, эти все так только по объезду, только. Пускай тут с 7 до 10 утра нельзя, с 16 до 20 тоже нельзя. Днем можно и упереться тут временами, бывает. Пробочки, но все равно это очень сильно облегчило. Так, ну что, приготовили? Погнали в коллайдер. Вот такое значит дело, мне восьмой десяток лет. Как войну меня задело, у меня детишков нет. Справив свадьбу золотую со старухою своей, вот одним мы с ней кукуем, не имеющий детей. Наш домишко на краюхе, деревенька глухомань. Куда денешься от скуки, а кругом сплошная пьянь. Вот мы с бабкой и решили, и на пенсию в кредит. Телевизор с ней купили, все нас повеселит. Мы с утра его включаем, загорается экран. Возмущаемся за чаем, спортлото один обман. Аэробикой займемся, старой лавкой поскрепим. Вокруг света прошвырнемся, мир животных поглядим. Наглядевшись всех нюансов, с нетерпением ворча, ждем мы с ней телезеансов Кашпировского врача. Ну а как оно начнется, перехватывает дух, то старуха чертыхнется, то мотком пульнуя вслух. Да и правда, в самом деле, разве может такое быть? Не воочию, по теле, кого хоть заговорить. Никогда бы не поверил, но не станут люди врать. Кто ему себя доверил, прямо тут и говорят. Вот мы были в бородавке, а увидела я вас. Без таблеток и без травки отвалились в один раз. И поют глухонемые, прям как в театре голоса. А у лысых баб густые отрастают волоса. Сам смотрю я с интересом, а старуха, боже мой, одурманенная бесом, крутит, вертит головой. Задираясь кверху ноги, я давненько не видал. Вот женулечка, как могит, эх, по что я воевал. После этой передачи, спустя время, вижу, вот, у моей Елены, значит, намечается живот. Слаю ей ее в печенку, мне всю душу извела, а в итоге вот мальчонку моя бабка родила. Старики, односельчане, все приходят поздравлять. Говорят, мне чем ты, Ваня, ну и просят показать. Только что ж я покажу им, так ведь нет уж у меня. То, что их интересует, я оставил на войне. Так, товарищ Кашпировский, дело надо разобрать. Я скажу по-стариковски, ты не вздумай мне вилять. Родила моя Елена, не случайно и не вдруг. Без посредничества члена, это дело твоих рук. Мне
чужой не нужен, слухай, пусть слово мне не дано. Я с изменницей старухой разведусь и все одно. Пусть манатки забирает, забирает и дитё, пусть ее себе рожает, это дело не мое. Телевизор вот остался, я глядел, его крутил. И вот снова показался тот, что семью мне разбил. Ну а после телевстречи я промолвил только ах, что гордиться было нечем, красовался в штанах. Плакал я по-стариковски, и тряслась моя рука. Дорогой мой Кашпировский, ты прости уж дурака. Я присядкаю по кругу, а в газете известил, ищет дедушка подругу, не моложе 20. Вот зарулили мы тут на бетонку. Ой, не на бетонку, на литовскую. Парни с России вот заказали такую вот штуку. У меня красненькая, кстати, постирать надо. Грязненькая уже. Синенькие были. И еще вот Корефан у меня попросил две папки себе. Ну, в свои машины. Пацанам своим. В подарок для оформления на границе. Так, все, отстояли. Выезжаем. Все, покатили. Тут подписчиком встретился Вадим. Сфоткались. Машин. Сейчас мы его заснимем. На литовце работает земляк мой. Давай, счастливо. Как раз пообедали, вернее, уже пообеда ужинали. Но он тут суточный крутит. Ну, а я до Белостока сегодня. Через 2 часа запрет по Польше. Ну, а пока я тут вот эти все дела там папочные улаживал. Пацаны попросили кореша. Вот. Поэтому мы сейчас делаем ход конем. Ну, как уже, в принципе, частенько делали его. Мы сейчас едем в Белосток к таможне. Ну, через час мы там будем. Получается, сейчас 4, час 5. Ну, пускай через полтора. 5:30. И там становимся на 9. 9 часов паузу там открутим. И ночью поедем на границу. Если сейчас, в принципе, до границы я дохожу. Сейчас вот если пойти, до запрета я успеваю до границы доехать. Но надо ж Белосток, Ашан, домой там, такой вот список отоварить. Поэтому, чтобы спокойно. А если сейчас пойти в магазин, я не успеваю уже. А после запрета я уже один раз проехал во время запрета. За 15 минут до конца запрета ехал, меня полиция остановила. Говорит, пан, а что ты едешь? Я говорю, так через 15 минут. Заказ закончится, так через 15 минут и есть. На 50 евро меня тогда нахлобучили. Я теперь не нарушаю. Чту уголовный кодекс. Я с Бреста выехал, с границы. Ну, как бы надо было еще постоять 15 минут, и можно было ехать. Ну, блин, ну что тут ехать-то? Ну, все, они стояли, говорит, пан, а что ты едешь? Ну, я думаю, сейчас 15 минут закончится, и все, заказ закончится, и можно будет ехать. А они стояли, и все. И болтос Евросов, до свидос. Вот, поэтому... И ночью по холодку рванем бобры. Я сейчас смотрел, ну мы сейчас еще к Белостоку будем подъезжать, посмотрим, что там на табло пишется. Но я сейчас смотрел сайт 3 часа. Я думаю, ночью там, если будет колейка, то будет небольшая. Она будет, естественно, завтра суббота.
но она будет небольшая. А сейчас мы спокойно в Белостоке машину поставим, таскаемся в Ашан пешочком, не торопясь, не спеша. Вот такой. Погнали. Ограничение скорости 70 км в час. Ну вот, кстати, и табло на горизонте. Если нам тут сейчас его не закроют, перестроиться, людей выпустить. Блин, джентик закрыл. Сейчас успеем. Бобровники, грузовикам 2 часа ожидания, кузница 3, кукуруки 1. 2 часа ожидания, это, скажем так, это ни о чем. При условии того, что сейчас, через час 20, грузовики идти перестанут, 4 часа, а там ночь. Тут, дай бог, может повезет, может нет. Но мне кажется, если все будет хорошо, мы утром приедем, ночью приедем туда. И прямо вот колейки быть, ну, практически не должно. Но это так, мое предположение. А в этом убедимся завтра. А сегодня вот осталось нам совсем чуть-чуть. Едем в Белосток. Смотрите, во что мы уперлись, какую красоту перед Белостоком. Тем более здесь уже однозначно никуда. Через час 05 запрет. С этим штау я даже так не... Я даже так не успеваю доехать. Ну, до таможни-то доедем по-любому. 2 километра еще. Час 05, хватит нам времени доехать. Друзья, пока тут в колейке толкался, все-таки иногда полезно, наверное, постоять. Недолго, с минут 20. Подумал, а на кой леший мне эта таможня сдалась ехать к ней? Стоять возле нее, там до Ашана идти, наверное, ну минут 30, а то и 40 пешком. Потом назад, там, либо автобусом подъезжай, либо если много нагрузишь, там, такси бери. А оно нам надо? На выходе из Белостока есть Бедронка. И там это Орленовская заправка. Да, там платно. Там сразу, даже если это Бедронку тебе надо, прибегает, уже как парни писали, что уже 10 злотых кричат. Но мы-то на стоянку станем. Ночевать будем, паузу крутить. Заплатим, и все. Получается, ну, все удобства. А тут вот стоять возле этой таможни, на дороге, никаких удобств там, и, скажем, ну, ни туалета, ничего нету. А там все есть, пожалуйста, и в Бедроночку прогуляемся. Что-то так подумал, ну, надо попробовать. Никогда я там не ночевал на этой заправке, ну, в любом случае, ехать мне уже все равно нельзя, я до границы не успеваю. Через 25 минут уже запрет. А до туда мы сейчас запросто доползем. Открутим там 9 часов. Ну, заплатим за эту стоянку. Сколько она там будет стоить? Ну, 20 злотых. Заплатим 20. Я никогда не видел, чтобы там забито было, поэтому... Едем туда. Латыш, он впереди трактор везет. Тоже, видно, спешит куда-нибудь на какую-то стоянке доехать. Потому что с под запрета выскочить, так бедолага. Я 70, ну как бы 70 знак. Хотя говорят, что здесь надо 50 ехать в населенном пункте. Ну не знаю, я сколько раз есть. Все время ездил 70, полицаи стояли, никогда никто слова не сказал. Его меня 90, наверное, обошел сколько мог. И все равно, вот видите, уперся. Сейчас он правее будет уходить на этот, на Августов. Вернее, не сейчас, а чуть-чуть дальше.
сторону Литвы. То ли время поджимает, ну, либо, говорю, торопится тут вот за эти 25 минут до какой-то парковки доехать. Потому что где-то ж надо приземлиться. Вот там они сейчас все направо уходят. Он, видите, пошел направо. Это вот на Кузницу, на Литву, вот все туда. Это все в сад. Мы прямо едем. А мы поедем прямо. Запаркуемся там, посмотрим. Скажу потом, сколько стоит. Может, там зарядят 50 злотых, так я тогда поеду к таможне. Кто их знает, я ж не знаю. Вряд ли. Через дорогу Бедронка. Сейчас мы прямо у них и спросим, или тут паркинг стоит. Или 2.10. Добро. Спрашивает спать. Махнул, я говорю, да. 20 злотых. Ну и все. Какие вопросы? Через 600 метров едьте на дорогу с другого. Удобство есть, все есть. Используя 5-й съезд. Магазин вон. 100 метров через дорогу 200. Никаких проблем. Можно остановиться и крутить паузу. Вот там как бы тоже хорошо. Ну как хорошо? Там не хорошо. Там Ашан что? Ну что мне Ашан? Мы и в Бедронке возьмем все, что надо. Я говорю, там идти до него очень далеко. Ну и плюс стоишь на дороге. Так что все на сегодня. Небольшой забег в магазинчик. Сейчас без 15.07. Ну, берем уже, допустим, время белорусское. Значит, без 15.04. Ну, в 4 часа, в общем. Будем выдвигаться. Окей, печать точки. Страна завершения. Польша. Все? Sure?